Что у нас сегодня? Обзор польской кухни, Варшавы и цен. Итак, начнем. Это все мы купили за 81,83 злотых. Итак, взяли мы немножко побаловаться гуся житейского, черного. Он стоит 4,9 злотых. Далее по списку. Хлеб читается. Он стоит 4,55 злотых. Далее взяли пианика МЛ. Молоко, наверное. Млеко. Да-да-да, это молоко. Молоко нам обошлось 5,6 злотых. 5,6. Далее мы взяли 1,5 литра вода, не газ. Эта вода стоит 1,9 злотых. Так, курс на сегодняшний день, то есть на 17 января, составляет 15 рублей 60 копеек. 15,87? Ну, 16 рублей 1 злотая. Значит, цену умножаем на 16. Далее мы взяли что-то з курчака. Это курчака. З курчака. Вот эти лапша домашняя, наверное. Не, 11. Скорее всего, это яйца. А, курчата, наверное. Ну, короче, курчата какие-то. Нет. Дороже. Ну, что-то курчака 11. Потом... Курица. Точно, курица. Курчата. Наш холодильник. Курчата. Точно, вот она наша. Курчата. 1 килограмм стоит 8 злот. Так, вот 8 злот, 1 килограмм. Ты что мне там нажимаешь, а? Следующее мы взяли за 7,99. Рабика, кефир, ротс. Кефирчик взяли. 8,5%, 8 злот. Далее. Ёлки-палки. 1,9. Мозай, занка, негаз. А, опять вода. Так, инвест, джаджа, 10. Яйца, 13,5. 10 штук. Так, следующее. Что-то 1 литр сок. 5,95. Мультифрут. Вот такой вот мультифрут у нас. Кстати, яйца у нас вот такие, да? Яички. Что у нас еще дальше по списку? Сколько что стоит? Марина Макру UCT SR500 5,95. Непонятно. Марина. А, Марина. Макароны. Марина. Они-то у нас макарошки сварят. Суп из макарошек. Надеюсь. Или мне опять придется варить. Ой-ой-ой-ой-ой, дальше субику, горст, 100 грамм, 5,7, это что такое? Что нам продали 100 грамм? А, это, наверное, что-то масло 100 грамм, 5,7, экстра, 83%. Так, потом у нас, дальше идет, наверное, Марчеулус зимняк. Зимняк — это картошка. Мы переводили. Картошка. Земляк. Картошка. 1 килограмм. Не знаю, сколько стоит. А, 1 килограмм стоит, получается, 2,1 злота. Потом еще у нас что-то мы купили. Марчеулус. И
Кубула лус. Скорее всего, это у нас морковка и лук. Такая морковка чищенная. Что-то из них морковка, что-то лук. Лука взяли. О, сегодня приготовим супчика. 82 умножаем на 16. Вот за эти деньги можно купить данные продукты.